Так, МКС. Он на фоне крана пролетел, мигает. И опять на фоне крана. Октября, кстати, сегодня 21 год. Не знаю, кстати, это или не кстати, но по факту так. Да, сейчас будет уже исчезать, уже подлетает к тени земли. Сейчас попадет в тень земли и погаснет. Вот он и гаснет. Рядом с Сатурном как раз. Ладно, сейчас посмотрим на Сатурн и на Юпитер. Вот они, наши красавцы. Секундочку. Так, слева это Юпитер, с ним проблем не будет, найдем. А вот в Сатурн еще та наука прицелится. Ну вот так. 14-14. Вот такие цифры. То есть 1 414 000 000 километров до Сатурна в данный момент. Так. Есть Сатурн. Пошли к Юпитеру. И Галилеевым спутничком.
Вот и он. Сейчас найдем. Он тебе, пожалуйста, справа исчез. Это был спутник Ио, потом Юпитер идет дальше. Калиста, Европа и Ганимед. Опять мне приходится на щебне снимать. Сложно. Так, сейчас я уменьшу выдержку, и вполне возможно увидим мы экваториальную полосу. Ну, куда ты пропал? Ой, это вообще классно видно. Так, сейчас я еще с резкостью попробую поиграться. Все. Мне жаль ваши глаза, но я думаю, вот это будет лучшее, что мы можем сделать. Так, вот это вот справа видно все-таки в окуляр даже. Спутник, даже при такой выдержке, спутник справа это Ио. Потом экваториальные полосы на Юпитере. Весьма неплохо. Каллисто, Европа, Ганимед. Хорошо, сейчас при других настройках поснимаю. В 20:00 по Киеву в Харькове, 3 октября 2021.